Ну и, наверное, за счет оптимизации, собственно, и происходит то, что происходит, когда за 5 лет, в принципе, сделано, ну, невидимое. Там обычно цикл разработки обыкновенного автомобиля, он не меньше 2 лет составляет. Да? Здесь за 5 лет мы, получается, проделали путь. Вот. Ну, я, можно сказать, ну, я советский инженер, так скажем. Я стал, как бы, ну, получать инженерные знания еще до того, как были компьютеры эти все, iPod, там, я не знаю, iPhone и все прочее. Тогда, когда были счеты только, и еще даже калькуляторов-то не было, да, в те времена. Логарифмической линейкой пользовался, да? Я использую карандаш и бумагу. И у меня есть рабочая тетрадь, клеточку, больше 100 листов, которые я, ну, А4, я вот этими схемами, чертежами, я срисовываю с двух сторон где-то в течение полугода. Поэтому за эти годы я, ну, больше 20, наверное, таких тетрадок заполнил схемами, чертежами, расчетами. Причем из них пошла в жизнь только, может, 10-я часть или 20-я часть. Потому что там идет оптимизация тоже. Потому что ты, вот я начертил, пошла мысль дальше, я вижу, что здесь есть недостаток в этом элементе. Я не перечерчиваю этот, я черчу другой чертеж, устраняет недостаток этот, да. И выявляется еще что-то, какой-то недостаток или это, да. И появляется видение, как улучшить. Значит, черчу новый чертеж. И так вот происходит оптимизация. А не так сел и нарисовал? Нет. Она поэтапно идет, да. Она не может быть мгновенной. Это не то, что вот осенило, и ты, ой, гений я. Да нет, это каждодневный огромный труд. И в 2 часа ночи, и в 3 часа ночи, может быть, и в 5 утра. И когда ты начал это что-то делать, я начал, да, то я должен закончить, а не лечь спать, а потом забыть, что я там делал. Да? Иногда просыпаюсь в 5 утра, сажусь сразу чертить. Потому что проснуться с мыслью, как улучшить, да. Как эти решения, либо отказаться, потому что есть другое решение. Оно диаметрально, да, противоположно. И приходится говорить, ребята, мы вообще прекращаем эту работу, как неперспективно. Как? Мы столько там туда потратили. Я говорю, ну что? Потому что вы тогда законсервируете отсталость. Да, мы сэкономим там $500 000, допустим, потрачены на ваши зарплаты и так далее. Но потом делаем систему, которая за 100 лет даст убыток $100 000 000,000. Или не даст дохода $100 000 000,000, а может $1 000 000,000,000. Так что важнее? Вот это, ваш труд, или та недополученная выгода для человечества, поэтому мы прекращаем, делаем новое поколение. Я делал это не раз. Угу. Не раз, да? И даже вот эти вот трассы, которые из-за локдауна и так далее, ну, остановились работа, я стал их совершенствовать, и мы там построим совсем не то, что планировалось. Абсолютно, даже близко не похоже на то, что. Так, слава богу, локдауну мы не стали вбухивать деньги в то, что, ну, менее перспективно. Ну и правильно ли я понимаю, что вот исходя из того, что вы сказали, можно как бы умозаключить о том, что именно то, что в 2021 году начались первые коммерческие проекты, это во многом оказывается положительным для компании, потому что гораздо меньше рисков на выходе с этими проектами получается. Конечно. Потому что те 5 лет, которые были потрачены на развитие технологии, они позволили выйти с гораздо более продуманными, более эффективными и надежными решениями. Так ли это? Так, естественно. Но да, история любой компании. А что, Стив Джобс стал сразу Стив Джобсом? Кто его знал там? В 80-м году или там, даже в 90-м году. А это, между прочим, они, по-моему, в 78-м году. Да, ну где-то так. Ну, это уже и было лет 12 компаний. Меньше, чем нам. Угу. Так мы сейчас громче звучим в мире, чем они, допустим, там, через 5 лет после создания. Да, ни одна компания мгновенно не взлетает. Ни такого не было никогда. Это можно только обойти технологии. Купил там компьютер, еще взял там 10 человек. Дал им ноутбуки, и они там все раз сочинили. Не надо ничего строить, не надо железо какое-то, не нужны заводы, фабрики, а нужны только циферки. Ну, грамотно сложил эти циферки, да, получил какую-то программу уникальную, и смотришь, купили стартап за $1 000 000,000. Это там бывает. А ты иди в самолетостроение так сделай. Невозможно, конечно. Иди. Так вот, А380 12 лет проектировали. Один самолет всего. Да, 12 лет. И потрачено было 20 миллиардов евро, чтобы это понимать.
И поэтому 12 лет – это не самый большой срок для таких вот и сложных изделий. Не самый большой срок. И по 20, по 30 лет есть. Так? А мы делаем комплекс. Это еще увеличивает сложность. И у нас нет тех миллиардов, которые дают государство вот, на другие программы. У нас нет таких. Да? Их никто не демонизирует, не преследует, как нас. Не оскорбляют в прессе, не вешают там, я не знаю, грязь всякую. Да? А нам же в этих условиях приходится работать. Ну, я так понимаю, что в связи с этим отчасти мы и не называем конкретно тех проектов, по которым... Да, потому что я знаю, сколько туда придет писем, и может закончиться тем, что просто проекты откажутся от них. И у нас тоже такие были примеры, когда по неосторожности мы назвали их. Зачем? Зачем эти риски? Ну, это понятно абсолютно. Здесь речь идет о защите бизнеса и о защите интересов инвесторов. Поэтому и ребрендинг был сделан по этой причине, потому что Skyway – это термин я-то придумал. Ну он как, он был известен. Skyway – это вообще-то эстакада. Ну если дословно переводить, то да, ну, так это эстакада, ну мост. Угу. Так извините, мы и строим эстакаду. Тем более Sky – это часть моей фамилии, Unisky, да? Угу. Я-то придумал как технологию. И стал говорить об этом. И первая компания создавала именно как технологически, используя слово Skyway, не как инвестиционный. Но этот же термин инвестиционные фонды стали использовать как бренд для привлечения инвестиций, не как технологический, а как инвестиционный бренд. Да. Из-за этого его демонизировали. А это не тот Skyway, что я придумал. Это другой термин, на самом деле. Но он совпал. Так. Ну это как есть Анатолий и есть Анатолий, да, и да, еще Анатолий. А, да, да. Ну это не значит, что они все, да, они и те же, да. И поэтому их стали обвинять не нас, не технологии, что они там пирамида финансовая, что они там что-то не так работают. Хотя это тоже все ложное, никакой там пирамиды на самом деле нет. Конечно. Да, никого они не обманывают. Но тем не менее, это наши противники, там, их много, недоброжелатели. Там, и так далее. Они это использовали, чтобы опошлить это все, даже стали писать статьи в Википедии и так далее. И этот термин стал токсичным не для инвесторов, а для заказчика, потому что он стал видеть связь между тем, что мы делаем, и я делаю как инженер, и между тем, что делают вот инвестиционный фонд, используя краудинвестинг и вот эту там, систему привлечения инвестиций. Так это абсолютно разные вещи. И поскольку произошло смешение понятий, я решил уйти от этого термина. И мы его сейчас не используем. А инвестиционный фонд – это их право, как хотят. Это не входит в нашу группу компаний. Но, тем не менее, мы не вычеркиваем это из истории, историю не переписываем. Нет, так историю я не пью. Я ношу значок СВ. Я не хожу вперед пятками. Так. Ну, это типа как сейчас призывают там все памятники Ленину снести, потому что сменился строй. Зачем? Что СВ, опять же, это знак мной придуман. Это аббревиатура и других еще понятий. Skyward, Spaceway. Это же комплексные технологии, которые я же придумал. Да. Поэтому для меня СВ это не только Skyway, а еще более значимы мои же программы. Spaceway это более значимая программа. Внесение индустрии в космос. Star Club. Возможности безграничны.